Шалом всем! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю! Так, сейчас вот я... Ой, возьму другую руку. Вот так вот. О! Да, снова всех приветствую. Вот, и привет из Тулы. Сегодня готовлюсь к служению. Завтра воскресенье и 14 января. В народе именуемый как вот Старый Новый Год. Даже сейчас вот мы были в магазине, Верный называется магазин. Вот, и там, значит, даже продавщица, она поздравила так с Новым Годом по старому стилю. Со Старым Новым Годом. Да, ну, вообще-то, да, Старый Новый Год. И, значит, его в народе знают, как именно Старый Новый Год. То есть, как бы дореволюционный, но вообще-то в церковной традиции православной он именуется праздником обрезания Господнего, то есть вспоминается обрезание Иисуса Христа. Так что вот Старый Новый Год, но по церковному календарю это обрезание Господа Иисуса Христа, обрезание Господне. Вот, и готовясь к этому мероприятию, готовясь к служению, готовясь к проповеди, к этой молитве, прошу Бога о действительно вот откровении Слова Его об обрезании, потому что обрезание сегодня как обряд фактически забыт, как именно, ну буквально физическое обрезание, допустим, младенцев или взрослых, фактически забыт в христианстве, за редчайшим исключением, значит, но как именно обрезание Господне, обрезание Христово, в смысле, как именно обрезание нерукотворное, обрезание по вере в Иисуса Христа, обрезание духовное, совлечение греховной плоти, это актуально для всех, без исключения конфессий, деноминаций. И на самом деле, независимо от нашей деноминации, конфессии, об этом стоит говорить всем и действовать таким образом, обрезываясь в Духе Святом, обрезываясь Божьим святым обрезанием. Вот об этом мы и буду говорить завтра. Так что, до встречи, господа, дамы и господа, братья и сестры. Аллилуйя. Благословляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Тулы. Божьей милостью, архиепископ Сергей Жоулев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. До встречи и на земле, и на небесах.